привет! Вы на канале Лилины Басята. Приближается Новый год. Наши басики тоже хотят есть вкусняшки на Новый год. Поэтому я своим басиком приготовила такой вот праздничный стол к Новому году. Здесь есть разные пироженки, пончики, картошка фри, леденец, батон, печеньки, шоколадки на разный вкус. Белая, молочная и горькая. Большой тортик с кусочком, который вынимается. Гамбургеры. Еще я сделала вот такие вот пироженки, которые я покрыла лаком, когда они высохли. Это соленое тесто можно высушить в духовке, либо можно просто на батарее, или летом можно на солнышке сушить. А сейчас я расскажу, как я сделала соленое тесто. Мука и соль. Насыпаем одну кружку соли и две кружки муки. Для одного цвета нужна примерно кружка этой смеси. Наливаем краситель. Можно пищевой. А можно гуашь с водой. По необходимости подсыпаем. Перемешиваем до однородной массы. У нас должна получиться однородная масса. Вот. Она получилась очень приятная. Хочу передать привет каналу Настасья Кот, Уля Кисуля и Басик. Привет! Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь с нами, у нас будет еще очень много интересных видео. И впереди Новый год, и мы будем делать разные мастер-классы к Новому году. Всем пока! Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.